Вы в отеле «Аджар», да? Да. Откуда приехали? Я приехала из Москвы. Как давно находитесь здесь? Нахожусь 8 дней. О. 9, да. Я, конечно, восхищена. Это здорово. 1 ноября мы купаемся в море. Вода 25 градусов. Температура даже чуть больше, под 30, да. Да, 26. Атмосфера позитивная. Солнце, небо и вода. По-моему, самое главное это... А вы первый раз в Алане? Я первый раз. А в Турции? Я была в Стамбуле. В Стамбуле там. Да, я была в Стамбуле. Но восхищение. И сервис нормальный, и природа говорит обо всем. Все только хорошее. Останутся только добрые воспоминания. Еще будете приезжать в Алане? Обязательно. И советую всегда приезжать вот, да, в это время, не летом. Да, летом очень жарко. Да, да, да. Мы уже решили. Самое комфортное время. С 1 октября или с середины сентября, прям на месяц. Угу. С удовольствием. Правильно. Спасибо большое, хорошего отдыха вам. Вас за спасибо. То, что вы нам предоставляете такую возможность. Спасибо. И уже известная вам семья. Балашиха или Балашиха? У нас Балашиха называли. Расходятся, да? Ну, в общем, вы поняли, откуда они. Недалеко от Москвы они живут. И вы видите, тоже светит солнце. Время уже, сколько я сказал, 5, да? 16:45. Во. И тепло, вот он вылез с моря, и ему совсем не холодно, абсолютно. Так что, люди, приезжайте. Да.